Дэниэль Люга, и я хочу помочь Америке стать еще богаче. Просто вкалывай и получишь все, что захочешь. Ты в США, а это великая страна. Вы пашете, а что получаете взамен? Сраный сэндвич с дерьмовым гарниром? Скажите себе, хватит ныть, пора действовать. У меня была жена, две чудные дочки, но, слава богу, я избавился от этих оков, и теперь у меня 7 красоток. Я могу выбирать. Господи, этот парень понял бы меня. Тебе все это не осточертело? Я завязываю. Мистер Дорбл, вы принимаете стероиды? Да, и кое-кто мне мстит. Сюда прийти нужны крепкие шары. Скорее орешки. Зато ваши орешки в шоколаде. Ой, простите. Эти махинаторы и мошенники мешают пробиться нам вперед. Но у меня есть план. Нельзя просто так взять и похитить парня. Еще как можно. И Виктор Кершоу заслужил это, как никто. А точно никто не пострадает? Да нет же, расслабься. Я в кино видел и знаю, что делать. Нужна игрушка, которая бы шокировала и парализовала нашего приятеля. Стреляй! Орел полетел. Нейтрализуйте цель. Козлы! Вы его взяли? Где он? Вуну! Это не та БМВ! Я нечаянно! Мы думали, это его машина, она ж точно такая же! Welcome to the club, like what up, I got a big pack. Чё тебе надо? Зачем ты его вырубил? Сейчас, только инструкцию прочитаю. Поздняк уже. Всё, возьми. Шайка качков отняла у тебя все твое состояние. Спасибо, дружище. Все легально, не придерешься. Ребятки в шоколаде. Я переверну твой мир в стиле ниндзя. Верни мне мои бабки! Какой план? 69. Ты с ним развлекаешься? Что с вами, клоуны? Хватай этого засранца! Давай-ка, малыш, я тебя покатаю. Ты что-то натворил? Может и так. Это мой палец, видишь, кость. Эй, приятель, голодный? Чего разлегся? Больно. Так и должно быть. Кровью и потом. Раз, не будь девкой. Да не пялься ты. Твоя мать ко мне неравнодушна, так что готовься. К выходным буду твоим отчимом.